Итак, ребята, всем привет! В деревне сегодня настроение шикарное. Вот. Начали мы продолжать ремонт своей здесь постройки. Сарай, грубо говоря. Сейчас батя поехал с братаном за песком. Ну, на том карьере, где я вам показывал, наверное. В общем, где показывал предыдущие видео, откуда берем. Здесь карьер недалеко. Вот, и, как бы сказать, на разведку. Ну, и потом, короче, я уже тоже поеду. То есть, я тоже в теме. Так что вы не думайте, что я там гашусь. Смотрите. Помните, я выкладывал видео об вот этой пиле? О партнере. Ну вот, мы добрались до деревни. Теперь приступили к заточке цепи. Леруа Мерлен покупал вот такую точильню. Вот так вот он выглядит, диск. Но это не алмазный, это обычный камень. Вот. Ну, здесь вот сама станина вот регулировочная. И вот таким вот методом автоматизации сейчас я буду точить на нее цепь. Давайте сразу посмотрим, в каком состоянии. Это цепь. Вот с этой цепи мы пилили на даче. Там яблоньки, короче. Забор, деревяшки всякие разные. Ну, видно вон уже. Вон, не знаю, видно вам, не видно. Снимаю с телефона. Вот, в общем, сейчас я ее буду точить. Так, ну что, ребятки, вот продолжение следует. 2017 год. Чудное время сегодня мы выбрали для подготовки к завтрашнему дню. Кормили поручай. Вот это так, ребят, смотрите. Деревенский велоспорт. Короче, сейчас пойду съездить на разведку. На этот карьер, откуда они возят. Мне довольно интересно, сколько они рейсов, наверное, 6 или 7 уже привезли песка. Ну а что им здесь? Природа. Сколько сейчас мешков? Охренеть, вы как трактора херачите. Батя не успевает. Ничего себе, вы что нашли? А прошлый год вот здесь вот копали. Вот все обвалилось. Смотри, как прям все лестница. Ну, правильно подготовились, и поэтому процесс идет довольно-таки хорошо. Ступеньки, все как положено. Да. Валентин Николаевич, профессионал. Все условия, чтобы работалось. Да. Что, хватит или все? Хватит или все, так как понять? Хватит. Как жирный. Как глины нет уже. Жирненький прям. Хороший. Все, давай, кладите мешки. Что там, чай есть, что? Полный. Или чай не запили. Ой. Мы сегодня начинаем кладку. Пропускаем песок.
через сетку. Сетку взяли обычную. Старый панцирный кровати. Вот вчера сколько навозили. В общей сложности 10 рейсов получилось по 17 мешков, по-моему. Ну, в мешки, соответственно, где-то по килограмм 30-35-40. Все привезли на мотоблоке. Так, далее. Просеиваем. Это первый этап. Нет, точнее, первый этап привезли. Песок. Второй этап просеивание. Третий этап погрузка. И доставка песка. Куда? Здесь мы сделали такой подъезд. Ну, чтобы удобнее тележке было забираться. Так, вот, видите нитки по периметру? Вот. Сейчас наша главная задача тут выровнять. Господа, мы, собственно, продолжаем наше строительство вот этого сарая. Смотрите, все уже получается. Самая основная задача вот именно здесь, это выставить углы и уже по углам натянутой ниткой укладывать кирпич. Сейчас я вам покажу. Сегодня вчера к нам на помощь пришел Вадим, вообще незаменимый сварщик. Помощи от него действительно очень много. Только благодаря и ему мы не сдаемся, можно сказать. Продолжаем дальше строительство. В этот заезд планируем поднять под крышу. Вот, выкопать здесь вот столбы, раз, два, три, четыре столба. Но если, конечно, сил хватит, поставить тумбы со столбами. Ну и следующий уже приезд. Вот здесь посередине. Вот так вот у нас, по-моему, 7. Вот. 7 метров. Делим, наверное, на две равные части по 3,5 метра. Вот, может, по 4 метра, кто его знает. Посмотрим там как. Накладывать? Как пойдет. Да, да. И уже на вот эту матку будут ложить вот эти лаги.
все, сегодняшний день, наверное, подытожим. Получается вот так вот. Осталось совсем чуть-чуть. Вот эта стена. С этой стороны стена. Что можно сказать? Сегодня потратили мы мешков, наверное, 5 или 4, короче, ну где-то 4-5 замесов сделали. Вот эти, как правильно они называются, ну вот эта емкость. С утра было, то есть один ряд, вот над окошком один ряд. Вот такой вот объемчик. Конечно, думали, что получится больше сегодня. Ну ничего, в принципе, и это все замечательно. Вот такие вот выходные в деревне проводим. Вот. В деревне работать, а скучать не приходится, в общем, как говорится. Вот. Помимо этого, сейчас мы еще пойдем в баньку. Вот, обязательно. Обязательно. Без бани в деревне, в принципе, делать нечего. После такого трудового дня, вот, обязательно нужно попариться. И сегодня Валентин Николаевич приготовил фирменные голубцы. Очень вкусно, я вам обязательно покажу. Вот как мы сейчас пойдем руки мыть и пойдем трапезничать. Вот, завтра еще один день. Будем, наверное, закрывать уже. Доходить доверху, все выравнивать. Вот. Далее здесь выкопаем столбы, места под столбы. 3 штуки надо будет. Вот. И, наверное, будем обкладывать их кирпичом. Вот. И, в общем, как-то вот так вот. Ну что, ребята, вот на сегодняшний день подходит к концу. Время уже часов, наверное, 8, либо 9 вечера. Вот, все приятно замученные. Идем отдыхать. Они горят, пускай это внизу горят, да? Вот? Всем привет. Нового утра, нового дня. Время 7 часов утра. Батя, как всегда, не спится. Разобрали печку в бане для того, чтобы печку не разбирали, камни. Камни, да. Для того, чтобы вложить новые камни. Так вот я прошел заезд, как-то покупал вот такой камень банный. Дунит называется. Вон они там, коробочка. Коробочки идут по 20 килограмм. Так вот. Так выглядит коробочка. На самом деле камни выглядят вот так вот. Зеленые. Так, теперь старые камни вот эти переберем. Их мы вниз. Постелим. А потом сверху уже вот эти хорошие новые. Новый день. Все. Кирпичные кладочные работы завершены. Сегодня съездили, заказали доски. Вот, доски. Основные лаги будут 50 на 150. А доски уже заказал на 40 на 200. Завтра должны привезти. Сегодня вот у нас такая задача сейчас будет. Вот у нас там много кирпича колотого, всякого не нужно, подобие вот такого мусора всякого.
шифер, остатки мы полностью завезем сюда. То есть предварительный, как бы сказать, предварительная засыпка стяжки. Вот, чтобы нам не лить такой слой. Слой будет до красного кирпича. Вот здесь вот. То есть вот они, вентиляционные каналы. Обязательно оставили вентиляцию. Вот, на это, скорее всего, наверное, мало будет. Вот, еще надо будет делать дополнительно. Вот, но пока пойдет. Вот где колышки стоят, здесь сверху будет стоять матка. Как она правильно называется. Матку сделаем из трубы МКТ. Вот завтра должны привезти, заварим ее, вместе сложим. Двойной получается. То есть трубу сделаем, сейчас я покажу. То есть вот две трубы, вот, вот они приблизительно. И между ними еще будем вот так творить перемычку. Вот так, вот так правильно. Вот. Это будет как ребро жесткости. Ау. Вон там, вон эти, вот такие широкие, 3 или 4 штуки, 6 сантиметров, ее по краям можно положить? Чего? Ну, есть матки. Нет. Потом по краям, а потом мы мучиться будем. Это будет такая, это будет сякая, потом как забивать потолок основной? Топором сидеть наверху тесать? Нет, на нее она... Зачем? Заказали уже нормальные, чтобы... Нет, ну просто... Зачем себе сложности делать? Ну, ладно, ты хочешь куда-нибудь применить их? Ты не расстраивайся, они уйдут. Если уже материал заказан, то зачем? Зачем старый лес пустой? Вот просто хочется сделать один раз и к этому больше ни разу не возвращаться. Других дел полно. Просто... Правильно? Просто... Понятное дело, тебе куда-нибудь их засунуть хочется. Да они сунутся, не расстраиваются. Вот, я не расстраиваюсь. Травник начну делать. Установили вот такие опоры. Пожиже надо! Так, ну а на это уже у нас наварится вот здесь вот столбы. Так, вот так я ее заделал. Сейчас он там пожиже зальет, да? Прям сейчас ее туда тыкай. Он уже натыкал. Тыка, тыка, тыка. Так, смотрите, в моих видео было показано, что вот здесь находится большая кучка кирпичей. Они куда-то делись. Давайте мы посмотрим, куда они ушли. О! Разместили сюда. Кстати, видите, еще не хватило. Еще вон сколько не хватило.
простор уходит, а говна вот этого уходит очень много. Чтобы увеличить нам слой, поэтому мы расстилаем, закладываем все, что есть, хлам, кирпичи, все сюда. Время почти 8 часов вечера, а мы не перестаем еще трудиться. Со старого дома нашли нычку, где есть кирпичи. О, тут еще всякое добра навалом. Чермет. Хорош. Вот. Шлем поднял. А? Этим металлом выкинь. О! Такое? Ага. Ты что, уже разрезал? Да. Конечно, здесь сколько килограмм, но 200-300, наверное, есть. Реклама. И вот, вот это мы грузим в тачанку. Вон она, другой транспорт. И вожу в сарайку. Так, привезли материал. 54 доски, 54 доски, 40 на 200 и 20 брусков, досок, 50 на 150. Вот только что с машины уехал, у нас сегодня с утра лил дождь. Даже стоит, видите, вот, вода. Вова, а когда Иван кузык, вот эти трубы пустят. Так, вот они трубы, которые у нас пойдут делаться матку. Сейчас мы, наверное, ее выставим вот на этом асфальте, ровную площадку. Вот, потом, вот как раз две трубы у нас, они будут закручиваться. Вон они, срезы, как я его попросил, Петровича. Вот они. Вот, они закрутятся, в них и отрежутся 8 метров. То есть не надо будет лишний шов делать. Пальдами? А вот это... Нам надо было 3 штуки вот такие, блядь. Какие? Вот 3 штуки. 6-метровые они, вот. Мы заказывали в общей сложности 5 штук. По 5-6 метров. Но он сказал, мне нужно вот 6-метровые 2 штуки, а остальные он там 4 метра вот так вот наберет. Вот как раз вот. Вот эти, по-моему, 2-2,5, да? Или 3 метра? Да, здесь написано. Возьми-ка рулетку. 8,40. Они срезы от этих остались. Матильда, помощница. Что, всем спасибо за внимание. Всем пока.